Привет, танцоры! Скоро Новый год, и самое время создать себе новогоднее настроение. Прямо сейчас для вас я проведу занятие с новогодней хореографией. Я надеюсь, вы классно проведете время и будете рады и готовы встречать Новый год. Внимательно! Разминку я с вами не делаю. У меня есть отдельное занятие в курсе. Оно называется «Разминка, база и отработка базовых элементов». Поэтому вы делаете отдельно разминку и базовые элементы стрип в отдельном уроке, а прямо сейчас я сразу разбираю хореографию. Мы начинаем сидя. Вы будете такой подарочек под елкой. Делаем так наверх и вытягиваемся. 7, 8, наверх. Сзади у меня ноги поднимаются на взъем. Вы можете быть в носочках. Это не меняет ничего. Вы поднимаетесь на носочек и закручиваетесь. Лицом ко мне или к зеркалу. 7, 8, наверх. Вы такая птичка, вы такая, как фигурка на подиуме. Сейчас будете подниматься и вот так крутиться. Волшебно крутимся, закручиваемся. Когда-то уже крутиться неудобно, достаем ногу. И перекручиваем, еще догоняем сюда. Вот такая вертуха на самое начало. Разбираемся. Я поднимаюсь наверх, разворот, опираюсь на руку, достаю ногу, выпрямляю, довожу до упора, где могу, перехватываю и заворачиваю. Еще 7, 8, наверх, прямая, перепрыгиваю и меняю. Здесь у вас получится поза и пауза. Готовы? 7, 8, наверх. Прямая, до конца, меняем, сделать несколько раз и разобраться. Когда вы ведете ногу, не забывайте, что вы вытягиваете линию колена в себя, и линии должны быть красивые, жевочек подтянут. Собираем, идем дальше. 7, 8, наверх, прямая, ведем, разворот, стоп, пауза. Здесь такая пауза и головушка, тынь, делает назад, так, тынь, 7, 8, тынь. 7, 8, тынь. Дальше элемент. Очень широкая нога. Внимание, вы должны быть размяты. Чтобы сделать широкую ногу, во-первых, вы разминаете бедро. И этот элемент будет у вас в отдельном блоке базовые упражнения. Отсюда я поднимаю, широко разворачиваю колено на 45, примерно поднимаю широко и стою. Обязательно. В блоке разминка вам нужно будет пройти его. Я сейчас пару раз покажу, как я к нему прихожу широко. А вам нужно будет отрабатывать. Внимание, наверх, стоп, наверх, внутрь, закрыть. 7, 8, бум. 7, 8, бум. 7, 8, бум. Давай соберем с тобой сначала, а потом я попробую добавить музыку. Начало 7, 8, тянем. Динамика, динамика, пауза, пауза. Большой взрыв, бум! Руку пропустила. Наверх, бум, и еще рука. Точно. 7, 8, нога, рука, поднимаемся. One, think, a. И на нит мы собираем руки. Я буду сейчас чуть-чуть тебе добавлять текст. Будем разбираться. Пам-пам. 7, 8. Нога. Рука. Вытягиваем ногу, руку сюда. Положить. И ножки у тебя стоят параллельно. Будем закрывать. Нит и звук бум. Внимание. Вытягиваем руку, ногу. Рука здесь одна. Пам. Сложить. Закрыть. И будет бум. Стопы и руки. Бум. 7, 8. Бум. 7, 8. Бум. И я опускаюсь сюда. Пока стоп. Чтобы тебе было повеселее, я добавляю музыку. Слушай. Попробуем. Давай, я чуть-чуть накидаю, ты поймешь.
Услышала немножко, давай разберем. Наверх, 7, 8, бум. Динамика, динамика, пауза, Christmas, бум, just one, пам, пам, need. Здесь колокольчик, бум. И завертон в стороночку, а потом попозже чуть-чуть. Давай еще под музыку. Готово, 7, 8. Вот такой урок у нас с тобой получился. У тебя есть элемент кукольный, наверх, красивые прямые ноги. Элемент стрип базовый из урока разминка, отработать. Пам-пам, чуть-чуть хореографии и собрать. Вот такое ознакомительное занятие. Я жду тебя на следующем. И надеюсь, мы с тобой увидимся и выучим вместе до конца всю новогоднюю хореографию. До встречи!